Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы находимся в магазине Марина Ринальдо в Венеции, и сегодня мы посмотрим с вами уже на осенне-зимнюю коллекцию, что предлагают нам, какие ткани, какие цвета, какие фасоны будут в моде в наступающем сезоне осень-зима. Ну что ж, это пальто я уже показывала, посмотрите, буклированная ткань, как будто бы состаренная, как будто бы слегка закатавшаяся. Такое мы с вами уже видели лет 5 тому назад, и вот снова нам предлагают, посмотрим, приживется ли в наших гардеробах и в гардеробах модниц. Сапоги, чулки очень мне понравились, мне кажется, очень удобная вещь, потому что можно опустить, носить как ботинок, а можно, когда действительно холодно, поднять полностью, расправить чулок, и это действительно то, что тебе позволяет не замерзнуть, когда становится очень прохладно. Первое платье, которое примерит Юля, это платье, которое мне очень понравилось. Когда я увидела его в первый раз, мне кажется, это просто платье-мечта, выполненное в плотном дениме с очень красивой деталью. Посмотрите, обычно часто так делают юбки, чтобы так делали платье, я не видела никогда. Прекрасно садится, ткань слегка эластичная. Вещь незаменима как в повседневной жизни, так и подойдет всем, кто ходит в офис. Сапоги-чулки я очень люблю, во много раз рассказывала, потому что они позволяют действительно решить проблему плотных колготок. Они высокие, их можно поднять даже выше колена и действительно утеплиться. Очень красивое украшение на платье, не забывайте про украшения. И посмотрите, Юля крепит снова сумку, которую можно носить как на плече, так и как поясную крепит в данном варианте именно на пояс. Повторюсь, платье очень красивое, прекрасно садится за счет того, что это деним с небольшим количеством эластана, очень красивая деталь сбоку, платье-мечта, идеальная длина рукава. Это платье мне очень понравилось, когда я увидела его в первый раз на вешалке, оно не разочаровало меня в момент примерки. Повторюсь, прекрасно садится. Следующая вещь – это кожаный бомбер, кожаная куртка. Силуэт слегка удлиненный, что, мне кажется, важно, потому что удлиненный силуэт – это то, что нам предлагают уже несколько сезонов подряд. И вот в этом сезоне снова вещь удлиненная. А рукав, посмотрите, очень интересно, 3/4, так же, как и на платье. Очень красиво выполнена резинка из кожи. Вот стоимость этой вещи. И вот так эта вещь смотрится на Юле. Я очень люблю рукав 3/4 и на верхней одежде в том числе. И пока еще непонятно, это тренд, либо это просто дань именно первым вещам из коллекции осень-зима. И, возможно, поэтому рукав, скажем так, рассчитан, рукав одежды рассчитан еще не на холод. Но если вдруг вам случится приобрести вещь, верхнюю одежду с рукавом 3/4, имейте в виду, что очень красиво смотрится. А длинный рукав, допустим, свитера, который выглядывает из-под одежды, который может быть контрастен относительно верхней одежды, у которой рукав 3/4. На Юле кружевной топ, на Юле джинсы, выполненные, как мне показалось, из такой же ткани, из которой выполнено само платье. Джинсы смотрятся издалека, как черные брюки, скорее всего, подойдут для многих, кто вынужден соблюдать офисный дресс-код. Очень красивый образ получился, все вещи мне очень понравились, но куртка в особенности, куртка прекрасно садится. Меняем куртку на кожаный плащ. Я очень люблю кожаные плащи. В данном случае плащ без подкладки. Кожа обрезная, обработана, скорее всего, лазером. Очень красивый удлиненный ремень.
Вот на удлиненный ремень я бы тоже обратила внимание, возможно, это тренд. Пояс либо кожаный ремень, завязанный таким образом, мне очень нравится. И мне даже кажется, что все-таки он создает еще одну вертикальную линию, в особенности сдвинутый, возможно, чуть-чуть на бок. И способен стройнить, способен отсекать часть нашего силуэта и таким образом делать силуэт более тонким. Сегодня все, что меряет Юля, мне очень нравится. Я не могу выделить мой любимый образ. Следующий образ как раз-таки составлен из вещей. Посмотрите, джинсы те же самые, но пыльник, легкий плащ и блуза. Во-первых, очень красивый рисунок, очень красивое сочетание цветов. Но здесь применяется крупный принт, о котором я рассказывала. Помните, я делала выпуск, делала прямую трансляцию о тех способах, которые помогут нам казаться более стройными. Они подходят абсолютно для всех. И крупный принт, на мой взгляд, занимает одно из первых мест, если мы хотим слегка разбить силуэт, разбить ансамбль визуально, чтобы не было понятно, чтобы не были понятны объемы, то крупный принт всем в помощь, в особенности крупный геометрический принт, например, горох, либо что-то абстрактное, но крупное, или же, как в данном случае, очень красивый цветочный принт, но он большой. Потрясающий образ в руках с вечерним клатчем, безусловно, создается вечерний вариант, соответствующая обувь, допустим, тоже рассчитанная на выход с небольшим каблуком, тоже получается очень красивый вечерний вариант, но подобный комплект можно носить и со спортивной обувью, с теми же самыми белыми кедами, и получится городской образ, рассчитанный прежде всего на повседневную жизнь. Давайте посмотрим еще на вещи из новой коллекции. Я уже говорила, что серый цвет, вот такой жемчужный, светлый-светлый-серый, очень красивый цвет, очень благородный и редко встречающийся, вот такой жемчужный цвет. Это цвет, который Марина Ринальди предложила для ранней осени. Очень много вещей подобного цвета. Блузки, трикотаж, брюки и также верхняя одежда в этом цвете представлены. Следующая вещь тоже из новой коллекции. Мне очень она понравилась. Посмотрите, какие красивые разные пуговицы. Украшение Джоелло, пуговица Джоелло, как говорят здесь в Италии. То есть пуговица, выступающая в роли броши. Но мне понравилась очень идея. Это вещь, которая может носиться самостоятельно, как платье. И также, как верхняя одежда, как легкое пальто. Рассчитанное прежде всего на теплый день, либо теплый, еще не холодный вечер. Юбка уже из новой коллекции. Обратите, пожалуйста, внимание все, неважно, какой размер вы носите, на подобные юбки. Они очень хорошо садятся на любой из нас. Но здесь, конечно же, секрет в крое, секрет в том, чтобы ткани было много, чтобы юбка была скроена по косой.
Обувь из новой коллекции, блуза и джинсы, которые примеряла Юля. Очень красивая блуза. Посмотрите, нам намекают, что то, что мы носили летом, это вышивка Ришелье. Это будет представлено также и в наступающем осенне-зимнем сезоне. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я благодарю магазин Марина Ринальди Венеция за возможность проведения съемки, за очень красивую примерку. Юля, тебе большой привет. Оставлю ссылку на WhatsApp магазина, прикрепленный в комментариях. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.